Олег Мисюра, Аюб Бузуркаев. Рефери в ринге Алексей Парамонов. И под ваши аплодисменты в красный угол ринга приглашается спортсмен из России Олег Мисюра. Встречаем! Итак, у нас пятый бой сегодняшнего вечера. Мисюра Олег из России и Бузуркаев Аюб тоже из России. Бойцы выступают в категории до 76,2 килограмма. Формат поединка 6 раундов. Мисюра у нас мастер спорта по боксу и чемпион Архангельской и Вологодской областей. Олегу 27 лет, рост 180 сантиметров, боксирует в правше. Дебютировал не так давно, в 17 году. В 18 году провел 2 боя. В российском рейтинге на 13 месте. Родился в городе Вельске в Архангельской области. В данный момент живет и тренируется в Москве под руководством тренера Александра Золкина. Ну, Александр Золкин достаточно известный тренер. Олег Мисюра, Россия! У Олега 3 боя. И синий угол 3 нокаута. Победа из России. Без поражений. Бузуркаев. Ну, Аюб Бузуркаев идет с одним поражением при 2 победах. 32 года, ему рост 175 сантиметров. Он из Воронежа. Дебютировал тоже в Воронеже в 17 году. Выиграл, кстати, Виталия Власова по очкам. И год назад тут же в Эвентхолле одержал досрочную победу над Антоном Плоткиным. А вообще карьера началась у него с побед. Ну, а потом... поражение случилось, и вот посмотрим, что сейчас у него получится. Чечня с тобой нас ждет победа, чемпион. Сочи сложилась из удачи, неудач. Но трудностей не изжигал. Вообще оба ребята техничные. Я смотрел бои того и другого. Тут уже, как говорится, у кого план на бой будет интересней. Аюб Бузуркаев, Россия! Ну и физподготовка, конечно. И позвольте немаловажно. Вам спортсмена в красном углу ринга. Его вес 78 килограмм 500 грамм. Рост 180 сантиметров. Возраст 27 лет. Профессиональный рекорд. Три боя, три победы, из них три нокаута из России. Олег Мисюра. И в синем углу ринга спортсмен. Его вес 79 килограмм 200 грамм. Рост 175 сантиметров. Возраст 32 года. Профессиональный рекорд. Три боя. Одно поражение, две победы. Одна из них нокаутом. Разница 5 лет у них. Аюб чуть старше, 32 года ему. Соответственно, Олегу 27. Аюб обычно собранный. Он боксирует в черных перчатках. Есть у него и удар.
и техника неплохая. В скорости, скорее всего, будет уступать он Олегу. Олег у нас боксирует в красных перчатках. У Олега богатый любительский бэкграунд, он мастер спорта по боксу. В любителях провел около 50 боев, поэтому ему есть что показать сегодня на ринге. Ну да, конечно, любительский опыт, он в любом случае дает преимущество очень серьезное. Что интересно, прозвище у Олега Харт. Жесткий. Ну, что он и показывает, в принципе. Зажав Аюба прямо в углу и насыпает ему достаточно серьезно и мощно. Ну, не случайно у парня три боя, и все три закончились досрочно. Да, есть над чем подумать. Достаточно плотно начался первый раунд. Да, я бы сказал, даже без разведки. Ребята сразу пошли в бой. Да, Юб немножко уже скован, потому что, видимо, пропустил серьезно. И понимает, что мощь там не слабая. И что бы он ни делал, везде его Олег достает. Сильно работает Олег, вкладывается в каждый удар. Да, просто разбивает защиту. Бузуркаева Аюпа. Неожиданно Аюб попал. Аюб больше работает из защиты, плотно перекрыт, но в то же время пытается контратаковать. Вот так, отлично, тяну. Слева да, попадает попал сейчас Аюб. Неплохо причем, и тут же с правой добавил. Но пропускает все равно, пропускает Аюб. Руки вроде на месте, а удары все равно залетают. Хорошо раздергивает Олег своего соперника. Сейчас, конечно, правки нужны колоссальные в углу Аюпа. Потому что в целом у Олега мощь донести получается. Аюб даже настолько уходит в защиту, что забывает, зачем он вообще здесь. Мы напоминаем, что это вечер бокса в Воронеже в Эвент-холле, который организован компанией Victory Team во главе с Андреем Халайджаном. Подходит к концу минута отдыха. Да, посмотрим, насколько Аюб собрался. Потому что периодически Олег его разбирает. Говорят, Аюпу работать налегке, но как тут работать налегке, когда тебя серьезно бьют и мощно. Заваливается уже. Да, немножко разболтанно работает Аюб. При этом Олег все видит. Корпус через защиту даже пытается пробиться. Просто Олег очень много накидывает. Олег в драке уже, просто через драку заходит туда. Ну, Аюб, конечно, пытается что-то возразить, но при этом и пропускает. Пытался Аюб пробить в разрез, не удалось. Видно, что задатки и какие-то намеки у Аюба есть, да?
Что-то видит он, что-то даже задумки какие-то пытается воплотить. Но просто Олег сносит мощью его своей. Ну, при этом у Олега свои задумки и есть желание воплотить их. Тут желание видно одно, нокаутировать. Просто ждет. Олег даже не выдумывает ничего. Просто ждет, смотрит, и когда появляется момент. Попадает иногда Аюб. Но ему вовремя из угла подкидывают подсказки, а Аюб вроде их все сразу же исполняет. Хороший футворк у Олега. Да, Олег никакой разведки не проводит. Сразу ва-банк. Сразу летит, бьет. Все удары сильные. А Аюб спрашивает, будет ли он работать. Аюб пытается зажать Олега в углу, но Олег с легкостью уходит. Да, Олег просто выцеливает уже. Конец второго раунда. Олег Мисюра, мастер спорта по боксу. Мужчина, который приобрел перчатки Артура Осипова, убедительная просьба подойти вас к судейскому столику, я все расскажу. Вот на повторе мы видим зарубу, которую ребята устроили. Не церемонятся они, ни тот, ни другой. Есть возможность подраться, и они ее используют. Ну, Олег, видимо, любит драться, а Аюбу ничего не остается делать, в свою очередь. Ну, можно попробовать в техническом плане в каком-то немножко разобрать Олега. Все-таки на мощь всегда можно контратаковать скоростью. Ну, а Аюб скорость не такая высокая. То есть по скорости, мне кажется, Мисюра Олег превосходит немножко. Не только по скорости, еще по физической мощи. Да, видимо, да, мощь тоже. Вот в начале раунда прям вкладывается в каждый удар. Даже джеб у него такой достаточно серьезный. Силовой джеб, так называемый. Да, правильно вот ты подметил, силовой. А когда практически каждый удар сильный, тут расслабляться вообще тяжело. Кто хоть раз боксировал, он понимает, что в ринге вообще сложно расслабиться. Ну, если ты, конечно, не ведешь с колоссальным преимуществом, и твой соперник приехал из Камеруна с 24 поражениями. Да, зря, наверное, Аюб пытается одним ударом что-то достать. Мне кажется, ему серийно можно поработать. У него иногда это получается. А мериться силами с Олегом Мисюрой, мне кажется, невыгодно. Мне кажется, Аюб опасается серийно работать с Олегом, потому что в образовавшейся бреши в защите что-то может прилететь весомое. Значит, нужно брать скоростью, пытаться. Успевать возвращать руки. Тем не менее, Аюб наступает. Обменялись грязноватыми ударами бойцы. Очень сильно заряжен Олег.
Да, Мессюра видно, что у него практически ни одного удара нет такого чисто обозначить. Все туда, даже вот ударил вроде сейчас без размаха, а все равно сильно. Более техничен Олег. И уже Аюб работает первым номером. Мессюра на контратаках. Спортсмены прочитали друг друга, понимают, чего ждать. Поэтому работают каждый в своем ключе. Конец третьего раунда. Да, концовочку неплохую провел Аюб. Академия Виктори Тим приглашает детей и взрослых в свои бойцовские попал. Залы, которые расположены в разных районах города. Стань лучше вместе с нами, а вся информация на сайте компании Виктори Тим, а также в официальной группе в ВКонтакте. Также спонсор нашего мероприятия – сеть быстрого питания «Минутка». Вот этот удар у Бузуркаева Аюпа через руку, он работает уже который раз. Как некоторые называют его полуаперкот, полубоковой, либо полуоверхенд, полубоковой. Ну да, скорее полуоверхенд. Четвертый раунд. Я предлагаю поддержать спортсмена. Чуть повело Аюпа, то ли от удара, то ли от того, что он потерял равновесие. Продолжает пропускать он силовые удары Олега Мессюры. А это бы ему, конечно, нежелательно. Какой бы крепкий ни был подбородок, рано или поздно это скажется на общем состоянии. Ему ближе. Аю прессингует. Рисунок боя, в принципе, не меняется. Да, одиночными такими, под разными углами пытается Аюб работать. Олег накидывает. Он стал работать экономнее, хотя бы джебы уже не силовые у него. А только правый заряжает. Ну вот сейчас больше у Аюпа план какой-то прослеживается, нежели у Олега. Олег пока то же самое все делает. Жестко попадает слева Олег. Пытается Аюб на контратаках ответить своему сопернику. К сожалению, не удается. Все летит в молоко. Аюб говорят, ближе подойти. Но Мессюра не дает ему подходить ближе. Постоянно уходит, смещается. Мессюра хорош на ногах, поэтому тяжело достать. Да, вовремя втыкает он все-таки правую свою. Мессюра молодец. Да и размах рук у Олега. Да, больше. Но он прям контролирует, прям на эмоциях пытается показать, что бой ведет он. Олег даже расслабился немножко, руки опустил. Конец четвертого раунда. Но он достаточно попадал, чтобы быть так вот немножко расслабленным. Генеральный партнер
группа компании «Хамина». Глава группы компании Евгений Николаевич Хамин, председатель комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной думы. Под его руководством группа компании создала такие узнаваемые бренды, как «Сити Парк», «Град», торгово-развлекательный центр «Московский проспект», «Городской квартал Троицкий» и другие предприятия в сфере спорта, общественного питания, развлечений и недвижимости. Да, какие-то серьезные корректировки сейчас в углу Бузуркаева и Аюпа. У Олега Мисюра, по-моему, ничего не поменялось сейчас. Пятый раунд. Также справа достает он периодически. Аюп не делает почему-то выводов из этого всего. Потому что сколько раз уже правый прилетает. Аюпа спасает то, что правый Олега прилетает обычно в защиту. Да, чуть полегче стал работать Мисюра Олег. Напомню, что он в красных перчатках, а Бузуркаев Аюб в темно-зеленых. Вот же тут Аюб даже что-то перехватил. Удачно вроде атаку провел. Да, но Мисюра вроде немножко так даже подулыбнулся, и мы видим это. Мисюра с легкостью ушел на ногах. Что он и делает по ходу всего поединка. Да, футворк у него на хорошем уровне. Аюб ходит на полной стопе. Более жестко стоит. Так прям тяжело перемещается. Мисюра все то же самое продолжает делать, у него все это получается, ничего не меняет он. В данном вроде раунде нельзя отдать предпочтение какому-либо из боксеров. Да, тут непонятно, кто больше. Но вот сейчас, да, что-то вроде Мисюра там. Ну, до этого, в свою очередь, Аюб провел хорошую атаку. Ну да, тут, конечно, сложно что-то посчитать. Но увереннее выглядит, конечно, Мисюра. Такое ощущение, что ему все удары Аюба вообще ничего не говорят. Ну, плотных попаданий со стороны Аюпа еще не было. Олег тем временем накидывает защиту. Оба спортсмена начинают уставать. Впереди шестой раунд. Конец пятого раунда. Я бы не сказал, что у Мисюра подустал. Мне кажется, он вообще прям бодро выглядит. Аюб, да, чуть-чуть подпросел. Но он вроде и был такой. То есть он изначально, мне кажется, на первый раунд даже вышел такой немножко тяжелый. Я помню, один из первых боев Аюба наблюдал здесь, в Воронеже. Очень плотно он бился с парнем. Из Липецка, по-моему, да? Ну, Аюб тогда одержал победу, но, опять же, за счет того, что его соперник не уходил от него на ногах и позволял работать Аюбу, что Аюб, собственно, и выполнил. Здесь же рисунок боя другой. Очень хороший футворк у соперника, не дает работать, сам очень плотно бьет. И Аюбу приходится нелегко. Ну что, предлагаю подбодрить спортсменов, потому что впереди вас ждет шестой заключительный раунд этого красивого поединка. Да, финальный раунд, наверное, сейчас все-таки Мисюра пойдет вперед. Не будет он церемониться. Пытается закончить досрочно. Аюб принимает эту игру.
Это мужественно. Ну, Аюпу нельзя прямолинейно отступать, иначе ну просто его забьют. Ну да, ему, скорее всего, надо принять этот бой. Если будет отступать, мне кажется, Олег его догонит. Запутались немного ребята тут друг дружки. Очень плотно начался раунд. Ой, выбил капу сейчас Мисюра Олег. Опять же правым боковым. Наверное, сейчас доработает. Олег идет уже, видно, что заряженный прям на нокаут. Но тем не менее плотно попасть не получается у Олега. Да, Аюб пока действует хорошо. А Мисюра уже немножко так это начинает на публику работать руками. И только лишь Олег ослабляет прессинг, а Юб идет вперед и действует в своем ключе. Пробуй домой с руками. На встречу попал Аюб. Ну там друг дружку задели они. Но такое ощущение, что Мисюра вообще не чувствует удара Аюба. Мне кажется, ему все равно прям. У Аюпа не получается вложиться. Да, Мисюра уже на второй номер перешел потихоньку. Левый боковой на скачке часто бьет. Аюб один из любимых ударов, видимо, его. Но у него он не проходит нифига. Вот в чем дело. Главное, старается парень. Это уже многого значит. Ну сил, да, уже даже у Олега не осталось сил нокаутировать. И ситуацию создать он тоже пока себе не может. Пропускать стал. Конец боя! Да, Аюб дал отпор. Очень хороший отпор дал. Очень хороший бой для Аюба, да и Олегу будет над чем призадуматься. Да, возможно, он, Олег Мисюра не придерживался плана все-таки и уходил больше в зарубу, где неожиданно, наверное, для него самого Аюб все выдержал. Ну, Олег немало накидывал по ходу поединка. Видимо, Олег не ожидал, что ему достанется такой стойкий соперник, который выдержит его прессинг и сам еще будет при этом пытаться контратаковать. Да, видно, что Аюб даже иногда в глухую прям защиту уходит. И при этом у Олега не получалось его разобрать. Да, да, да. Хотя потому были что шансы. Аюб даже оттуда выбрасывал. Вроде перекрытый полностью, но оттуда все равно выбрасывает что-то. Да, Аюб молодец. Вам показывают интересные отрезки поединка, которых было немало. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну что, ждем судейское решение. Мне кажется, в углу Аюпа в целом довольны тем, как прошел бой. Уважаемые дамы и господа, прямо сейчас я озвучу решение судей. Судья Гукин, 58-57. Судья Доровской, 56-58. Судья Мальчиков, 59-55. И в этом бою раздельным решением судей победу одержал Олег Мисюра. Раздельное решение, Олег Мисюра. Один судья все-таки отдал немного предпочтения Бузуркаеву Аюпу. Но была почва.